друзья, всем привет! Мы на канале Лиса в Америке. Мы тут мимо проезжали, смотрим новый магазин мебели, в котором мы никогда не были. Решили заехать посмотреть, что есть. Так что приглашаю вас к просмотру и поехали! Мы находимся в мебельном магазине. Давайте поразглядываем, что есть, потому что это что-то новенькое, мы такого никогда не видели. И... может быть, вам будет интересно посмотреть на мебель в Америке. Кстати, насчет мебели в Америке, здесь очень тяжело найти реально классную мебель. Да. Ну, мы так мельком посмотрели, дизайн нам нравится. $530 такая люстра. Красивая очень. Смотри, такое все добротное. Да, очень много используется натуральных материалов. Вот правда. Слушай, так классно, тут даже 3 человека сядут, такой бенч. А есть цена на это счастье? Нет, это только за стул. Ага. Я так понимаю, это за один стул $279. За каждый стульчик. Но это нормальная цена, адекватная. Ты вот покажи этот. Интересный такой рисунок. Да. Денис, очень все качественное. А ну, а стол такой, да? Значит, стол 1979. 2000. Это тоже нормальная цена. И бенч. Он стоит $600. Давай посчитаем, сколько стоит, получается, это. Весь набор, да? Так? Да. 600 и плюс 279 стульчики, их тут 4, умножить на 4. Так, сейчас скажу. Получается 3600. Это нормально. Посмотрите, оно все качественное, добротное. Ну да, это такая мебель, которую можешь из поколения в поколение передавать. Ну, правда, хорошего качества. Вот тоже, да, вот смотрим, так стоит столик, два стульчика, еще да. Из этой серии такой кабинет. Очень красивенько, мне нравится. Вот такие стульчики по 140. Ну так они же тоже посмотри. Мам, посмотри. Качество изумительное. Это я уже посмотрела, давайте посмотрим еще следующий. Что здесь такого может привлечь внимание? Мне вот этот нравится, этот. Как они называются? Правильно. А мне вот это нравится. 1500. Ну а ну посмотри, покажи, тут прям дерево так сверху. Да. Да. Все красиво сделано. Натуральное дерево. А да. Внутри? Ой, тоже очень красиво. Да, нам нравится. Столик. Такой столик тоже интересный. Не, все красиво, все красиво. Вот такой тоже классный. Да. Ой, смотри, какие эти лампы. Шарик такой. Да. Да, это наклеенные нитки на каркас. Так, такая лампа стоит $180. Очень красивая. Она классная, прикольная. Да. Посуда, да? Можно прям купить. А это классно, что тебе понравился дизайн, ты берешь сразу, покупаешь какие-то вещи. Подсвечники, смотри, допустим. Вот, или да, вот смотри на эти, это необычно. Вот такие вот здесь емкости, так сказать. И деревянная подставка. Угу. И стоит это... $35. Кстати, вообще отлично. Не миллион. Отлично. Да. Угу. Так, пацаны, конечно, найдут себе тело, да? Да. Все, весь сезон. Закрутил? Мне подает мама. Покатим, погнали, короче. О, а это для какой попы такой, а? Это другой диванчик. Джейсон. Покатайте еще на... Наш покатайте. Ну, это похоже для всех вас троих. Да. Так, погнали. Что там еще маме понравилось? Смотри, такой столик. Так вот поставишь между креслами. $50. Тут
ты посмотри, какой он. В виде сундука, здесь да, сторож, да? Да, есть сторож. И он очень необычный. Прям вообще, а ну с этой стороны засними. Да, да, да. Чётенький. Ой, мне очень нравятся такие столики. Ой, да, тоже классно. Кстати, сколько такой будет? 419. Вынесу, ну, это все дерево хорошее. Да. Нормально. Смотри на шкурки. Да, это шкура. Какого-то настоящая? Я думаю, смотри. Да, настоящая шкура. Да ты что, круто. Ой, смотри. Не, крутейший магазин. Слушай, как мы так удачно, да, мимо проезжали? Да. Вот как обратно оно вставляется. Как-то, как-то, да, как-то должно, в общем. Сколько стоит это? 986. Ну, для такой дороговато. Вот эти кресла. Зацени. О. Ой. Для влюбленных. Слушай, просто как перина. Тут даже что-то такое материал. Да, я вижу, мягкий. Ты так провалилась. Так, сколько такое счастье стоит? 745. Ну, оно стоит. Очень. Скажи. Красиво. А вот кресло. Тоже такая кожа. Видно, что итальянская. 944. Кожа итальянцев, да? Нет. Слушай, ну я здесь прям замер. Да, казалось бы, вот цвет такой. Такой цвет, да, он какой-то яркий. Обычный. Потому что ты любишь в оранжевых оттенках. Это вообще, ну, твоя любовь, твой цвет. Желтый, да. Оранжевый. Слушай, прям все такое. Подобрали, да? Да. Очень, ну, красиво. Смотри, какой он еще стильный, да? Вот, да. Штучки. Сколько такие подушечки? $134. Причем сейчас... И вот ты пойми, я такого нигде... Я нигде такого не видела. Да. Оно ни на что не похоже. Надо, кстати, спросить, откуда они везут. Да, кстати, давай узнаем. Давай. Прям все так уютно и уютно здесь. Да. Вот это тоже. А вот кресло. Сейчас иду. Тоже такой современный дизайн с ножками. 1400 стоит синяя. Смотри. Да, очень уютненько. Говорю, что вот сейчас модные вот такие кресла, знаешь, с ножками. Ага. Они как бы не массивные, а в таком стиле. Я в стилях не очень разбираюсь, поэтому извольте. 1200. 1100 с чем-то, да? Так, вот. Что интересно, все диваны удобные. Да. Не так, чтобы, да, садишься. Да, где-то, да. Там, сколько хотят за такой диванчик? Так, стоит он... Полная цена 4830. А сейчас 50% скидка 2400. 2400, да. Нормально. Вот так, если берешь, то, знаешь, как бы на долгое время... Здесь кожа, Бентли. Класс. Друзья, не могу передать словами, какой материал приятный. Да. Просто нет слов. Прям просится домой. $600 кресло такое. Все очень красивое. Смотри тоже, да, есть, да, такие, да, картины. Как это все сочетается, классно. Подушки чего только стоят. Очень красиво все. Это для тех, кто любит рыбы. Смотри, какой кашалот. $147 из дерева. Очень красиво. Ой, держите мне семеро, я бы все разобрал. Птицы. Чайки, что ли? $53 вот одна. Ну вот очень необычно вот так поставить. А смотри, какая шкатулка с птичкой. $27. И это немного. Это немного, но это ни на что не похоже. Да, тут смотри, какая прелесть. Какие птицы красивые. Сколько такая? $22. Очень красиво. А полочка 179. Вот оформлена еще вот так стена.
с цветами. 1500 стоит. Вот это дело. Простите, не знаю, как правильно называется. Цветы. Цветы, цветы. Вот такой большой цветок, $200. Так, что я увидела, что сделано в Италии? Я же, как говорю, у меня это опыт есть. Я итальянские вещи, да, мебель или все, что касается Италии, я вижу со стороны. У меня мама в Италии много лет работала, я знаю толк. Итальянский дизайн, итальянское качество. Главное качество. Так, друзья, а здесь вы попали в Венецию на балкончик. В таком фермерском стиле. Вот, например, сколько стоит? $50, да? Типа бидон, горшок для цветков, подставка, не знаю. Очень все красиво, друзья. Вау, а это что-то с чем-то. Это вентилятор, я так понимаю. А, я не знаю, 460. Денис, это вентилятор или просто лампа такая? Стенд. Лампа, похоже. Я думаю, что крутится. Хотя, может, и крутится. Да, made for Royal Navy, London. Так, вот такой уголок. Цвет шикарный. Качество изумительное. 10 тысяч стоит, друзья. Очень красивый. И тут же такая люстра. В таком стиле. Ну что, Лиса? Мне нравится еще вот этот стиль, как оформлено. В общем, здесь такая лампа, типа прожектор. $384 стоит. И вот, сейчас я начну. И получается, здесь идет столик. Это то есть столик, да? Кофейный. И вот эти боковые тумбочки. В одном стиле. Красиво. А еще я вот, мне нравятся вот эти. Вот этот столик. Такой, да, это тумба или что это. Стоит такое счастье 560. Очень красивый цвет дерева, да? Да, да. Да. Золотые ножки. А ну, столик можешь опуститься? А нету цены? Нету цены, но я думаю, $300 он стоит. Где-то с другой стороны. Ага, вот смотри, еще и боковые вот эти. Ага, тоже. Прикроватные. Ну, они не прикроватные, а как они? Side table. Боковые, да, столики, да. Я не знаю. В общем, ставишь для них эти лампы. Это что? Пошли в спальню посмотрим. Давай. Мальчики, тихонечко. Смотри, какая-то арка. Что это? Что это такое красивое? Я такое вижу реально в первый раз. Да. Оформлена часть комнаты. Да вообще. Опять такие же птички, да? Получается, здесь еще внутри вот это стоит. Ты посмотри на это. Оно, кстати, сейчас по скидке стоит. 70% скидка стоила 5700, сейчас 1700. Но это изумительно. Ну, вот, пусть зрители согласятся, что это что-то особенное. А типа ветка для птички. Я не могу, как же это красиво. $223. Очень красиво. Да. Каждая вещь какая-то уникальная. Да. Очень, очень прям. А вот, смотри, у нас такая была очень скромная, да. Которая, как это называется? Защита, да? Защита, чтобы, да, ребенок к камину не мог, да, подойти. Да. 175. Ну так оно какое вообще? Ух, ух. Так, пошли посмотрим по спальням, да? Вот эти вот вешают, знаешь, где? Только чуть-чуть побольше. В ванной комнате. А, поняла, да, как бы, да, где двойная раковина? Угу. $62. Вообще, ну, такая цена, которая не кусается. Смотри, посмотри на это. В одном стиле. Боже. Так,
все, короче. В отпуск съездили, а могли купить мебель. Как говорится, отпуск был бы 10, да, ночей, там 11 дней. 5000 отдали. А если бы мебель купили, так намного-намного лет, на годы. Так. Такая открывать тоже интересная. Посмотри, такая тоненькая вообще. Её лавочка. Да, ставят это в кровати. Ну, очень тоже необычно. Какой функционал? Кстати, я так и не поняла, для чего вот это... Одежду, что ли, ложить? Скорее всего, да. Мне, кстати, всегда было интересно, для чего вот эти бенчи ставят. Кто знает, напишите. Да. У меня только ассоциация – это положить туда одежду. О, вот кроватка. В таком стиле подтягивает. Вот это Алиса любит, да, высокие такие спинки, мягкие. Со стрингбоксом идет. Да. Ай, Сашка, деловая колбаса. Ой, Денис, посмотри, вот это очень красиво. Ага, сейчас дойдем. Идет у нее мягкая вставка и этот еще дерево. Ой, да, класс. Королевский сайз. Где-то king size. Вот раз. Это же вообще. Ну, цена у него, кстати, тоже вообще 2400. Он, получается, идет вместе с полкой этот встроенный. Что я увидела на этой полочке, это вот такие коробочки с секретиком, как нам попадались в потерянных посылках наши книжки. Да, да, да. Только здесь, видишь, еще как классно сделали? Такой типа крокодильчик, он поддерживает их. Ага. Вау, да? Очень круто. Очень. Или вот смотри, для книжки тоже вот такой слоник. Хоп! И книжку поставил. Да. Очень необычно. Ой-ой, как его теперь поравнять? Вау, вау, вау. А глобус какой красивый. Да, все красивое. Покажи зрителям не меня, а зеркала. Я понимаю, что ты красивая. Я красивая, но мы пришли мебель не снимать. Да, вот каждое зеркало, вот оно красиво так оформлено. Вообще можно под любой стиль подобрать. Mm-hmm. А вот это что за штука? Какой-то декор. Да, интересно. Представьте, все это из дерева. Обалдеть, да? Вообще, да. Реально кусок дерева цельный, да? Это, наверное, корневая система какого-то дерева. Ты думаешь, они так настоящая? Обработали, да? Да ты что? Я так думаю, да. Они его немножко опилили и покрасили. Уникальная вещь. И вот еще есть такие. В общем, челюсти наши до пола. Оказывается, в Америке есть хорошая мебель. Сейчас иду. Что ты нашла? Этот $135. Настоящие рога и скелет. Череп, да? Череп, да. Череп, сори. Привет, Мартыш. Да, сейчас там глобусы. Это Учички тоже настоящий скелет. Индонезия. Целуются. $75. Обнимашки. И вот тоже такой же принцип. $35. Держатель. Кошелотик, да. И бегемотик. Ани. Нет, это свинка. Свинка. Не, ну свинку я не хочу точно. Ну что, я бы себе на кухне поставил. Напоминалочку. Напоминалочку? Да. Очень все красиво. Вот даже какая-то полочка для подушек. Нет, это или не что полочка это? Для подушек. Это просто полочка. Туда поставили подушки, используют как витрину. А папа. Это типа дома выставил подушки, какую да. надо, взял, поставил. Да, место. Под настроение. А чё? А это что, типа навесные такие каверы картины или что? Не знаю. Ну, похоже на то. Так, что у нас здесь? Вот полка зачет. Необычно. А это типа барная стойка.
сюда эти вина, бутылочки класть. 1500 стоит. Вау. А тут стол, но он тоже необычный тем, что он высокий. Красиво все. Стол, такие кресла, стулья. Такая. Что это? Шкаф. Шкаф. Обалденный вообще. Только я не вижу цены. Посмотри, какой красивый шкаф. Что ты нашел? Кошелки на рынок ходить? Все, мы пойдем по грибы. По грибы? Три размера. Классные сумочки. Но это украшение, конечно же, декор, да. Ох, кто-то оленя купил. На холд стоит. Сюда эти маленькие свечечки поставить. Очень все красиво, очень. Такие подсвечники. $46. Денис, иди сюда, это хит. Это хит. Это типа тоже как барная стойка. $578 она стоит. Здесь вот эти вина можно поставить. Как это красиво. Но фишка-то в этих стульчиках барных. Педальки. Если бы их еще можно было крутить, да, то это вообще... Слушай, ну вот это магазин, да? Вообще. Так что классная мебель в Америке, друзья, есть. Просто это стоит дороже. Ну, мы часть декора нашли в магазине потерянных посылок, что уже радует. Но если бы в отпуск не поехали, а причем это наш, считайте, второй отпуск. Мы в декабре были в Майами, 4500 оставили, 5000 оставили вот в летнем отпуске. Потом купили дом, дали хороший down payment. Так что да. А сейчас, конечно, она в траковом бизнесе. Проблемы, солярка поднялась в цене, вот, а груза цены упали. Так что пока только можно пооблизываться, но не всегда так будет. Так что хорошие, доберемся мы с вами до новой классной мебели. Кстати, хочу показать, мы же в дом все равно подкупили, кое-что подкупили, я все это видео никак не сниму. Обязательно сниму, покажу, а пока походим. $10 такая кружечка, красивенькая. Сейчас, миленький. А там дырочка, кто-то туда забрался. Денис, вот такие вещи покупают в большие дома и к стене. Ты представь, как это круто. У меня прямо, знаешь, аж сейчас дайте салфетку, я слюнями обтеклась. Я не могу это... Как в музей сходили еще, 17000. Такое ощущение, что это тех времен. Да, да. А это вот века. Это. Смотри, это все картины. Это... Типа это село, деревня. Тоже необычно. Разные. Я, кстати, люблю карты мира. Да, смотрите, это уголок, как в хрущевке на кухне. Да-да-да. Вообще, ну давай присядем. Давай. Нормально, мягенько. Да, хорошо. Это табуретка сделала, не я. Вот еще необычные стулья. Не знаю, насколько приятно на них сидеть, что вряд ли. $191 и овальный стол. Вот этот столик хорошенький. $1164. И стрекозы.
стрекозы? Да, видишь на картинах стрекозы? На стене. На стене. Ну вот, смотри внимательно. $29. Боже, как это все красиво. Вот такие вот кресла. 1400. Приличненько. Такой велюровый, да, диванчик. Цвет такой благородный вообще. А еще мне нравится вот такой стиль. И цвет дивана нравится, вот, собственно, 1500 хотя бы за такой. И вот такого плана столики. Да, красиво? Да, цвет вообще. Изумительные. И они, знаешь, они сочетаются обалденно. Вообще. Да. В общем, друзья, вот такой у нас был сегодня поход по магазину. Я думаю, вы заценили всю эту красоту. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. А мы желаем, как всегда, каждому из вас мира, добра, любви. И пусть у всех будет все хорошо. Пока-пока! Зрители, пока! Пока! Пока!